Добрый день. Как быстро почистить без травм окуня? Его нужно положить в морозилку и заморозить. Часто так делаю, потому что на рыбалке времени не хватает чистить. Обычно к концу рыбалки по-быстрому собираешься и едешь домой. Ну вот, пока я рассказал, как проезжаю с рыбалки, одна сторона окуня уже почищена. Провожу пальцами и проверяю, где осталась чешуя. Вот, абсолютно чистый окунь. Когда он в замороженном состоянии, тушка окуня, то она очень жесткая, не гнется, тем самым хорошо чистится, буквально как мирная рыба белая. Вот. Вторая сторона уже почищена, осталось почистить пузико. Вот чистенький окунь. Вот так вот быстро чистится окунь в домашних условиях. Вот такие красивые очищенные окуни. Думаю, это самый лучший способ почистить окуня дома. Осталось их потрошить и пожарить на ужин. Всем добра, удачной рыбалки!